замечательно Веллер сказал, Молли мало того, что она шубу жрет, ей еще надо, чтобы ей все аплодировали. Антигейские законы должны быть. Очень жалко, что у нас нет в Уголовном кодексе статьи советского периода, которая за это давала конкретные сроки. И поскольку у нас все-таки какое-то количество геев существует, они еще пока не получили рецензию общества, им нужно разрешить гей-парады 3 в год. В день десантника, в день ВМФ, в день пограничника. И проводить их строго в парке культуры. И тогда они получат то, что они должны получить. Но любое заявление какой-то группы лиц, что мы в том числе, посмотрите, какие замечательные, потому что мы хотя бы геи, даже это просто заявление, гляньте на меня, это уже пропаганда. И этого быть не должно. А срок должен быть реальный.